Правда, я благодарю за помощь господина Карапетяна, но нет такого человека, который сам может подписать и уничтожить всю историю и играть жизнью тысячами, миллионами людей. И что бы кто бы ни подписывал, это будет бывший президент Карабаха, Арцах, или будет нынешний премьер-министр Армении, все равно все эти ихние подписи, придет время, когда все будет выброшено в одну сторону, и они будут отвечать за все это перед судом и перед армянским народом. Потому что земля, которую мы освобождали честной борьбой за право жить на своем земле, никто своей подписью не может это уничтожить. И что бы там ни говорили сегодня азербайджанцы, правительство Азербайджана и все остальное, все равно в очень скором времени вы сами убедитесь, что все эти вопросы, они исчезнут, как и вся эта непонятная власть Армении и Нагорного Карабаха, то есть нашего Арцаха. Спасибо. Спасибо вам большое. Я предлагаю